Кажется, после этого концерта мне надо стоить задуматься о смене профессии. Видимо, вы готовы уже. Распелись. Я очень люблю эту песню. И надеюсь, что вы уже тоже ее успели полюбить. Как нескромно, но... Любовь у Саши для людей! Я люблю тебя. Жизнь моя без тепла, я тобой больней. Спасибо. Thank you very much.
Спасибо. Спасибо. С наступающим вас. Классно. Спасибо. Спасибо, братишка. Thank you very much. А пусть он все-таки обратился к вам послушать. Играет орган. Спасибо. Как вы, друзья? Пожалуйста, пропустите ее. Пожалуйста. Классно. Круто. Спасибо вам огромное. Друзья. В особенности. Девушки, дамы. Я забыл, к сожалению, поздравить вас с наступающим 8 марта. Пожелать вам всего самого лучшего, счастья, любви, семейного благополучия, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы дети росли достойными людьми, чтобы ваши мужья вас любили очень сильно, чтобы ваши родные жили долго и счастливо. В общем, я вас очень сильно люблю. С наступающим праздником. Успел перепать сегодня песню. А теперь, если вы не устали, вы не устали! Тогда он может перестать жить. Resistance to me, so I let you go. Thank you.
Сэль Хакима, ваши аплодисменты, друзья! Ну как все ждете его? Перкуссия! Извини, что тебе сон испортил, но это мой концерт. Барабанщик! Я сейчас подойду сначала и сразу крикните. Надо побежать. Вы готовы? Все-таки возраст берет свое. Очень талантливые певцы, мои друзья. Невероятные певцы. Так пока весы. Расул Усманов, Шрада Нарекилян, Сарина Бажакова. Еще раз аплодисменты. Еще 8 секунд давить. Организаторы сегодняшнего концерта и прочих тура Арнал. Просто очень хорошего человека, с которым мы уже всего лишь за каких-то полтора года нашли общий язык, подружились. Сейчас я хочу его поблагодарить за то, что он будет супер организатором этого концертного турне. Хизи Аюбович! И отдельное спасибо моему другу, который достает меня со своей камерой постоянно. Но сейчас не об этом. Максиму, спасибо вам, ребята. Спасибо! Еще раз, пока не забыл, хочу поблагодарить
прекрасную девушку, которая делала мне мейкап сегодня на этот вечер. И прекрасную, талантливую тоже девушку, которая делала мне прическу на сегодняшний концерт. Жадра и Сани Бексерова. Ваши аплодисменты, друзья. Просто поблагодарить за режиссерскую команду Борис Семкин, Алексей Белый, Илья Грязев. Режиссера концерта Анна Обоянская и несменный звукорежиссер, саунд-продюсер, технический директор, крутой аранжировщик и просто мой брат, мой лучший друг Елена Микчурин.